К выставке «Экспо» готовится и Великобритания. Павильон британцев обещает быть одним из крупнейших, и оформлен он будет в казахских национальных традициях. Мой коллега Галымжан Харманулы узнал некоторые детали, о которых организаторы раньше не сообщали. Архитектор и дизайнер Асиф Хан занимается обустройством павильона Великобритании. Сейчас он готов рассказать о своем детище. Павильон будет называться «Мы – энергия» и займет более 2000 квадратных метров. Дизайнер говорит, что задумал павильон в форме казахской юрты. Под шанрахом посетители будут знакомиться с научными достижениями Великобритании. Казахская юрта для меня стала неким важным ориентиром энергоэффективности и оптимизации. Юрта удобная, легковесная, гибкая архитектурной формы. Она отождествляет социальную жизнь, семейную атмосферу. Это очень важный аспект, который с точки зрения архитектуры нельзя забывать и в будущем. Композитор Брайан Эна для павильона написал особую музыку. Мелодия будет помогать раскрывать основную тему и заряжать посетителей энергией. Профессор астрофизики Эдинбургского университета Кэтрин Хейманс работала над научной составляющей. Британцы говорят, что Экспо 2017 предоставляет возможность показать всему миру свои передовые технологические достижения в энергетике. Мы организуем разные мероприятия по основной теме Экспо, которые сконцентрированы в разных областях энергетики. Наши компании уже работают в Казахстане в энергетическом секторе, нефтегазовой и горнодобывающих отраслях. Также мы презентуем новые британские компании из сектора возобновляемой энергетики, которые хотят сотрудничать с Казахстаном и хотят знать о возможностях страны. Таким образом, выставка предоставит Великобритании возможность укрепить деловые связи как с Казахстаном, так и с другими странами-участницами выставки. Отметим, что Великобритания является всемирно известным технологическим лидером и главным законодателем в области зеленой энергетики. Также страна известна тем, что первой провела всемирную выставку 166 лет назад. Галымжан Харманулы, Великобритания, специально для Хабар 24.